Привет, друзья! Меня зовут Тутта Ларсен, это Тутта ТВ и программа «Почему?». Эту программу мы делаем совместно с клиническим госпиталем Лапино. Каждую неделю вы задаете массу вопросов, мы выбираем из них один, который кажется нам наиболее интересным, и задаем его врачам из Лапино. Сегодня хотим поговорить о проблеме детских зубов. На наш вопрос будет отвечать врач-педиатр клинического госпиталя Лапино Мария Волкова. Здравствуйте, Мария Владимировна! Здравствуйте, Тутта! Вопрос недели. Почему темнеют молочные зубы? Бывает потемнение зубов двух причин. Это основные, скажем так. Самая частая причина потемнения зубов – это, конечно же, кариес. Важно, чтобы диагностика кариеса была своевременной. К сожалению, при начальных этапах кариес не всегда выглядит как почернение зубов. Поражение эмали может начаться с бледных белых налетов. Такие налеты может увидеть только врач-стоматолог. Поэтому, когда у ребеночка темнеют зубы, важно своевременно обратиться к стоматологу. Вторая причина потемнения зубов менее серьезная, но также распространенная. Это пигментация зубов. Пигментация зубов бывает по разным причинам. Иногда это связано с состоянием кишечника ребенка, с состоянием питания, условиями, в которых ребенок проживает. Отличить кариес от пигментации зубов сможет только врач-стоматолог. В нашей стране есть декретированные сроки, в которые должны обратиться родители к стоматологу. Конечно, это тогда, когда вылезают первые зубы. Почему нужно соблюдать гигиену полости рта, начиная с первого зуба? В первую очередь, в таком маленьком возрасте используются гигиенические салфетки. Они продаются в аптеках, они разной ценовой категории. То есть, когда вылезает первые нижние зубки, можно не бежать сразу к стоматологу, а начать делать уход полости рта. То есть после еды, утром и вечером обрабатывать зубки вот этими салфетками. Конечно же, когда у ребенка уже 4, 5, 6 зубов, то важно обратиться к доктору, который будет наблюдать дальше за ростом и развитием зубов. Обычно стоматологи рекомендуют свой осмотр у детей до 3-4 лет. Это раз в 3 месяца, в 6 месяцев. Иногда доктора могут сказать, что показываться один раз в год, но еще раз повторюсь, что это может сказать только врач-стоматолог. Почему нужно бороться с пигментацией зубов? Здесь, опять же, что делать с этой пигментацией, может решить только врач-стоматолог. То есть самостоятельно мы не можем понять, это кариес или это пигментация. То есть здесь уже нужно, конечно, обратиться к специалисту, который скажет, что с этим делать. Спасибо, доктор. Ну, вы понимаете, друзья, что зубы – это одна из самых важных вещей в жизни каждого человека, особенно ребенка. С самого первого ценного зубика нужно начинать о них заботиться. Так говорят врачи госпиталя Лапино. Меня зовут Тутта Ларсен, я жду ваших новых вопросов под этим видео. Прямо здесь, прямо сейчас можете их оставлять для нас. Мы будем искать ответы вместе с лучшими экспертами Тутта ТВ. Почаще обнимайте своих детей. Увидимся.